Благословен Бог наш, всегда, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Слава Тебе, Боже, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, Ждец и вся исполняй сокровища благих и жизнеподателю. Приди, вселись в ныне очистенные отсеки скверны, спаси, блажа души нашу. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. И Святая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше, святый, посети и исцели немощи наши. Именем Твоего ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, как на небеси, на земли. Хлеб наш насущный даже нам днесь, и остави нам долги наши, как уже мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого, яко Твое царство и сила и слава Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и преподем Христу Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и преподем самому Христу Цареве Богу нашему. Помилуй, Боже, что ты сильнился твои подложки, что рот твоих очисти беззаконие мое, наибаче были беззаконие мои вожекам и почисти меня, как беззаконие мое оставь грехом и мною свою, и не едину нас и греши, и полукал ты тобой со твоим, я когда пробежишься в свой сердце, и ты победишь, и не засадишь детей, всего беззаконие зачатие. Святый Боже, святый грех, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый грех, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый грех, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, имени Христа и во веки веков. Аминь. Святая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, имени Христа и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесе, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, как на небесе и на земле. Хлеб наш насущный даст нам днесь, и оставь нам долги наши, и окажи мы оставляем должником наш. И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Яко Твое царство и сила и слава Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Боже, Отец наш, с нами по Твоей кротости, не остави милость Твою от нас, но молитвами в мире укрой живот наш. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Богородице прилежа ныне, придет всем грешни и смирение, припадем, покаяние и замучи из глубины души, Владычице помоги нам и милосердовши, очися погибаем от ужаса прегрешений, не отходи Твоя рабычи, я бы не вину надежду его бы. Господу помолимся. Господи, помилуй. Благодарим Тебя, Господи Боже наш, иже по многой милости Твоей избавилась и рабов Твоих, Андрея, Андрея, Алексея, от суетного мирского жития, и призвал еси их на честное. Сие обещание, сподобие убои их, пожите достойно в ангельском всем житии, и сохрани их от сетей дьявольских, и чисту их души и тело соблюди даже до смерти. И храм свят Твой быть сподобие, вразуми их поминать и Тебя всегда, и Твоя повеление, смирение же и любовь и кротость даруй им. Молитвами пречистая Владычица наша Богородица и Преснодева Марии всех святых Твоих. Аминь. Господу помолимся. Господи, помилуй. Во иго Твое, Владыка спасительная, прими раба Твоего. Илью. Паисия, Иакова, исподобие их, сочетайтесь пастве избранных Твоих, облицы их освященную ризою, целомудрием припаяши числа их,
всякого воздержания яви их подвижников, в них и в нас духовных Твоей благодати совершая дарований, молитвы Пресвятые Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии и всех святых Твоих. Аминь. Во имя Отца, аминь, и Сына, аминь, и Святаго Духа, аминь. Поисим во имя Отца, аминь, и Сына, аминь. Всем сиони Господу помолимся. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Святых и венчавая их невидаемым и нетленным венцем жизни,
и бессмертие, наставляя в тесном пути им же в недоше святи отцы, и восприяши самое место покоичное, ты, Владыка Господи Божий наш, даруй, еже от Тебе силу и благодать Твоего Божества в дух и душу и тело, к Тебе пришедших рабов Твоих, Илью, Паисия, Иакова, приемшего начаток святаго образа, о имени Твоем освящающем всяческое, да и сего сам, освятивший именем Твоим, всесильным и благим. Яко свят еси Боже наш, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. И мудрость Пресвятая Богородица, спаси нас. Честнейшую херы, славнейшую Писание, не сиротим, без истения Богослова, уже сущая Богородица, не величаем. Слава Тебе, Христе Боже, упование наше, слава Тебе. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Владыка, благослови. Христос, истинный Бог наш, молит ради Пречистой Своей Матери, святых, славных и всехвальных апостолов, святаго пророка Божьего Илии, святаго преподобного Паисия Величковского, святаго апостола Иакова, брата Господня, и всех святых, помилует и спасет нас, яко благо человеколюбец. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Брат Илья, брат Паисий, брат Иаков, сегодня в этом храме, здесь вы одели одежды, вступили на первый путь, на первую ступень монашеского жительства, восприняв иноческий постриг. В молитве, которая читалась уже после того, как были объявлены ваши имена, просили мы у Господа, чтобы Господь дал смирение, любовь и кротость. Это все то, что должно сопровождать монаха, монашествующего человека, всю его жизнь. Этим добродетелям нелегко научиться. Но эти добродетели не только очищают душу, но эти добродетели открывают врата в Царствие Небесное. Все то, что было до этого момента, все осталось там, на берегу материка. Волны Ладожского моря отделили ту вашу жизнь от жизни, в которую вы вступили сегодня. Вы восприяли имена великих мужей, пророков, преподобных, апостолов, которые своими молитвами будут помогать и укреплять вас. Подражайте им. Ревности Ильи, духовного зрение, которое обладал Паисий Величковский, тем самым возродив великое служение старчества на Руси, ну и, конечно же, служение Иакова, апостола, брата Господня. Пускай ваши святые небесные покровители помогают вашей жизни в несении нелегкого, но спасительного бремени, имя которому есть Христос. Что есть имя? Грешный имя. Инок, спасайся. В английском. Осторожнее, сам не сожги меня. Что будет? Что тебе есть имя? Грешный имя. Спасибо. Не пошугайте себе, ребята. Вставайте. Вставайте. Вы молитесь, братья? Вы молитесь всю ночь? До утра? Обувь вы снимаете?